Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Diablo 3. Да, привет. Ну, у вас уже голоса загрубили. Да, три. Мы находимся в прекрасном месте, где на полу размотаны... Мечта каждого бородатого брутального мужчины в юге. Да. Кишки на полу, орудия пыток, раздувшиеся трупы... Это зала агонии. Курорт залов агонии. Так, ну тут мы были, зачем мы сюда идем? А там мы дальше не дошли. Ты как не дошли? А, да-да. В общем, продолжаются сцены насилия, боль, кровь, рваная плоть, кишки, страдания. Анал? Ну да, в принципе. Ты же помнишь про зеркало. Могу забыть. В общем, кто с нами только сейчас, в предыдущей серии, Артём нашел зеркало и не сказал, куда его себе воткнул, но когда он его начал использовать, у него резко поменялся голос и походка. Кстати, ноги как-то постоянно в кибодаче стал стоять, я не знаю, с чем это связано. О, это что, железное дело? Похоже. Похоже. Я бы не советовал тебе открывать ее. Ох, полетело. У меня ощущение, что когда мой персонаж орудует своим оружием, он зажмуривает глаза и вишит пофиг. Потому что если рядом будет шкаф, то там шкаф разлетится. Там... Зажмуривает глаза и вершит суд, короче. Да. Да. Вот. Так. Ты, по-моему, нас куда-то завел, не туда, Сусанил. Возможно. Ладно. А, ну по карте мы вроде как не туда идем. Я так и думал. Ох ты, там смотри, что. Вау. Что они делают? Неважно. Ко мне. Ох, кто ушел вниз. Ого, там костяхи полетели. Ты живой, что ли? Лобный клиновидный щит. Это хорошо. О, 102 защит. Это просто замечательно. Так. Вот так. О, жертвенные головы. Мое любимое. О, полетели. Хотя попало, нет, хотя она. Так, мы портал, кстати, пойдем. А что нам в портале? Продавать что-то? Кстати, полный инвентарь. Ну, можно, по идее. Да, быренько слетаем. Ну, давай зайдем. Так, сначала тебе разберемся. Да. Кстати, можно и вложить ему уже. Да, вложить его можно. Обучить за 4000, офигеть. Что-то вообще, да, стал борзый? Как жену убили, так вообще. Да, разошелся скот. Тебе кольцо не нужно? Ранение. Плюс 24 единицы урона. Давай, у меня нас... плюс 1-2, это будет плюс 24. Пойдет. Ладно, выпало. Так, хорошо. Изготовление предметов. Простой подшлемник. А что такое подшлемник? Ну, шлем. А, это шлем такой. А под него одевается. Точнее, подшлемник, на него шлем одевается. Ну, нет, там же, блин, шлемы. Ну, понятно. Железные не сильно, наверное, удобно было носить. Так. В принципе, мне тут больше ничего не нужно. Сейчас просто будет что-нибудь себе купить, что ли, я не знаю. Так, а я что-то подобрал. А, все, я понял. Ремесло. Так, почему мое золото 4510, а обучить за 4 я не могу его при этом обучить? Довольно странно. Не знаю. Я им поднял 2 уровня. Так, пойду продам весь мусор. Я работал, не покладая рук, чтобы раздобыть для тебя эти товары. Да, аналогично. Ух ты, блин, там такая офигенная какая-то. Тесачок был. А, это короткий кинжал. Не, не вариант. Не твой профиль. Ага. Не будет сложно попасть. Это как в том анекдоте, да, старом, про мушкетеров и Илью Муромца. Тот такой мелком крестик нарисовал на Илье Муромца, когда он дверь выжил. Ты говоришь, типа, а чё, нахрена он так мне сделал? Ну, типа, месье сюда вас ударит.
Тот его из ведра такой мукой посыпал. То есть предупредил нормально. Да, типа того. Ой, да уж. Зала огонь, второй уровень. Но огонь, я так понимаю, не наша. Нет, я бы не стал насчет этого беспокоиться. Блин, тут трофейные сыромятные перчатки, я их не видел даже. Так, идет могильный уволень. Опять здесь здоровики. Ага. Вот, сейчас можем агрессив. Да-да-да. Они слабые довольно. Это не они слабые, это мы сильные. А! Да, так мне больше нравится. О, сколько тут всякого мелкого. Зарграф очевидно. Да, тоже, кстати, похож на Зарграф. Кстати, ты умеешь играть в StarCraft? Нет. Я не имею в виду, конечно, на уровне корейских задротов. Это вообще как, в принципе. Я никогда не. Я в нее просто делал такое, ни разу по сети не играл вообще. Да я как-то даже и с ботами не сильно получается, в общем. Нет, я там компанию прошел. Мне компания там понравилась. Ага. Прикольно. Там сюжет вообще офигенный был. Да. Как кино. Что-то там нашел такое. А кстати, там вроде же они как другую компанию делают, да? За протосов. Да. Или за зергов, за кого-то. За зергов, по-моему. Ну, короче, компания вот эта вот в StarCraft, если не играл, советую, она вообще просто офигительная. Вообще, с ума сойти. Я вообще стратегии, ну, я говорил, что не умею играть, и поэтому да, не перевариваю. А вот StarCraft с удовольствием прошел. Ну, я на изи прошел, чтобы не замажешь. Мне просто сюжет там понравился. Персонажи. Там как в Mass Effect между этими, между эпик миссиями. Такой, да. Нет, чисто похоже. По кораблю ходишь, общаешься там с этими, разработки всякие. Короче, вот такие интересные детали. Диалоги всякие. Прикольно. Да, круто проработано. Они его тоже делали там лет 10, по-моему, да? Ну да. Когда его анонсировали, анонсировали его в Корее, у них же там как национальный вид спорта. Это да. Показывали репортаж, там полный зал школьниц, девушек, и они все в слезах там плачут. Восторг такой. Это офигеть. У них развита индустрия. Да, да. У нас, конечно, все печально. Ох, это что это было? Ну все умерли. Да, это главное. О, ушла. Это был трехочковый просто. Тут такой маленький проем был. Она в него вошла, вообще ничего не задев. Это я называю мастерство. Ну конечно, это годы, годы тренировок. Да-да-да. Что там? Техни стоят? О, ты посмотри, какой пакет делают. Не порядок. Это свой темный ритуал, они, похоже, призывали кого-то. Big mistake. Не совсем вовремя. Счастливая перевесь. Так, слушай. Из луков не стреляешь? Нет, по-моему, да? Нет, не умею. Тетива рвется. А, только поэтому. Проще луком кинуть, да? Да, иногда натягиваю, либо тетива рвется, либо древко лука переламывается. Луком убивают до того, как стрелу возьму в руки. Я просто кинул им банально и все. Да. Ох, летел. Мне проще на то же расстояние врага запулить, чем стрелу с той же скоростью. Это точно. Блин, ну этот тесак своим видом меня, конечно. А мы пришли, кстати говоря. Это хорошо. А вот сейчас вниз пойдем, мы придем, судя по всему, к тому второму. Во. О. Доме. Могильный. Нужно еще время. Так, хорошо. Нормально так рубает. А у меня он хорошо. Вообще оружие за спиной таскает, а он не попал. Я заметил. Там он, наверное, способность выбрал. Кулак грома. Ага.
цели не сильно. Так, отлично. Отлично идет. Сейчас приземлиться. Ушел. Нет, похоже, к потолку прилипло. А как такого удара не прилипнуть. Что это на печке, да? Вася, Куролесов, мутик. Ой, ко мне пристает. Грязно. По-всякому. Так, ну, здесь, я так понимаю, особо-то ничего и нет. О, ты про мной, вернее, надо мной. Да, я думаю, блин, тут замкнутая локация, тут, оказывается, несколько уровней еще. Так, а если по карте смотреть? Ну да, мы пришли как раз туда, где я и думал, мы будем. Ладно, там кто-то идет, но мне просто лень до него бежать. Хотя, подожди, там, по-моему, какой-то дневник, что ли. Опа-опа, это уже интересно. А, нет, это орудие пыток. А, хотя это не менее интересно. Так, хорошо. Не было там даже ничего. Ну и ладно, 32 золотых вот возьму. Чё за звуки вообще? Я тут стою и постоянно что-то какая-то... А, к нам какая-то страшная хрень идет. Нечестивые рабы. Вон, блин, а ты так не можешь. Четыре. Но клип. Так, мне, пожалуй, нужно отойти. Ребята не очень удобные. Хорошо. Сколько там они недружелюбные. 50-20 тысяч миллионов кусков разлетелось, а так? Недружелюбно разлетелись. Да. Так, все, нам сюда, да? Да. А то я опять полон флегмы. Да. Вот. А вон. Ого, дверь открылась мощно, конечно. Переправу. А, мы уходим отсюда, похоже. Ну ничего, было весело. Я думал, конечно. Ты глянь, тут ад какой. А ну. Вот это я называю резня была. Нормально, да, потусили. Вечеринка у Децела дома. Я убил кого-то. Не, это натуральный провал, похоже, да? Такой, да? Разрыв. О, поперли. Вот это я понимаю, красота. Давай, давай. Ну ладно. Опять я всех по углам распихал. Этого туда, этого туда. Вот. Гильотина. Гильотина. Головы. Да еще есть головы. Мои головы. Ох, разлетело все. О, подожди. Острая пика со знаком медведь. Ух ты. Так, ну она не для меня. Я стою в огне, и мне все равно. Ты заговоренный, похоже. Дункан Маклауд. Тут разумно вставить мелодию из горца. Queen. Ага. Так, подожди, тут у нас мертвый простолюдин. Ты чё, как я могу 6 золотых пропустить? Да, да. Никак совсем. Так, блин, вот это место прикольное было. Да, такой ад. Вот, кстати, не знаю, мне... Я не играл, конечно, мне понравилась игрушка Dante's Inferno, именно. Стилизована так классно. Да. Там... Примитивный слэшерок, конечно, но... Ее делали создатели Dead Space. Да, да, я они... в курсе. Я видел концепты. Там вообще ад какой-то такой. Гигеровские рисунки местами напоминают. Да-да-да. Темный берсерк. Ох, ушел вниз. А это похоже на... Я даже не знаю, на какой-то мост. Ну, это и есть мост вообще. Нет, я просто пытаюсь... Понять, на какой именно мозг. Что он не швыряет, а? Тоже умеет. О, там козлы. Козлы. С Астагара. О, сколько у вас тут? Там девушки, чисто знакомишься. Что они с всякими козлами. Да-да-да, я тоже заметил. Видимо, вообще такая штука. Ого, улетел один. Буа! О, стеклянная звезда. Хочешь ее себе воткнуть? Смотря куда, да?
Ладно, я пока сундук помародерю. Целительная высушенная глава. Офигенно. Блин, почему я не колдун? В такие моменты хочется себя спросить. Да. На тоже, потрогай ее. Она офигенная, высушенная. Их, ты должен попробовать. Мертвый мародер. 81 золотой, ты посмотри, а. Так, я вот нечаянно задумался. И оказывается, нам надо войти в проклятую крепость. Ну да. Я прочитал задание. Здесь еще задания бывают? Бывает, наверное. Кстати говоря, несмотря на то, что мне обычно не нравится, по поверхности бегать, мне подземелье нравится. Но вот тут как-то круто это все. Да, такие переправы, переправы. А я маленький такой. Так. Вот не нужно тут вот магии своей пользоваться. Говёный. Да, говёный. Говно ваша магия. Так, вход с головой козла. Или что это? Барана. По-моему, бычья. Возможно. О. Теперь у нас тот же самый дизайн. Ух ты. Сам разговариваю, я боюсь привидений. Она без головы. Даже если они добрые. Она голову в руке держит. А, тогда можно. Я осел. Точно. Когда-то я была супругой нашего возлюбленного короля Леорика. Да-да-да. Меня и мою свиту погубило его безумие. Ой, шея хрустнула. Я благословляю тебя, воитель. И прошу освободить моих людей от нескончаемых мук. А мы этим занимаемся всю игру. Освобождаем. Мы убиваем? Нет, мы освобождаем. Через убийство. Да. И страдания. Так, так. Пропустил дневник. Дневник королева. Хорошо. Только я его взять не могу. А, я опять в лаге, что ли? Или подожди, нет, я застрял. Я уже так давно не видела солнечного света, что потеряла счет времени. До меня доносятся голоса тюремщиков. Предсмертная записка. Моего мужа. Ну, да. И этого стервятника Лазаря. Интересно, кто ее башку отрубил. Я хотел сказать, интересно, каким способом ее убили? Что там мысли только в эту сторону? Как убили? Каким образом? Который может пострадать от безумия своего отца. Так, все, молчим. Я уже 3 минуты никого не убивал. Если бы только Айден был здесь. О, твои эти фанаты прибежали. Жирный тролль. Опять они. Жирный какой. Жирный. Нужно еще время. Блин, мы заколебали его разлетаться. Что-то тут как-то оживленно, да? Да, это хорошо, по-моему. Ну как хорошо? Ну да, хорошо. Их ушел. Подожди, а что у нас там за цель такая на этом? А это, видимо, освободить душу надо. Возможно. Да. Останки. Я пришел освободить тебя! Он так в тему заорал. Самое доброе привидение в мире. Смотри. Дикое. Да симпатично. Я про Каспер говорил. Я про нашего русского Каспера. Хотя тут. Карлсон. Хорошая русская фамилия. Карлсон Ман. Что за гублины? Не важно. Ну, мы дрались с ними уже. Ну да. Вроде бы. Было делом, было. Вообще не понимаю, куда идем. Еще один. Здесь, похоже. Ты там опять кого-то освободил? Ты у нас освободитель. Вот это вот похоже именно на первую Диабло. Первые там этажи. Кто? Кто посмел? По-моему, кто-то недоволен нашими действиями. Да. Дерзит. Дерзишь. Че дерзишь, сыщешь? О, еще один. Освобождает. Так, ты освобождай пока этих. Они свободны.
Я свободен. Так, блин, они стреляют меня через решетку, а я бешусь, но ничего не могу поделать. Они еще смеются, да? Да, языки показывают. Так. Подожди, куда ты пошел? Я же там сидеть хочу. А! Там какие-то синие монстры, поэтому я лучше туда не пойду. Ты, блядь, сейчас у меня все отведет. Нужно еще время. О, здесь просто ужас. Развел. 6 монстров убито одним ударом. 13 монстров убито. Вот и вы, да, ребята? А кто в меня стрелял-то, да? А кто в меня стрелял? Скотобазы. А этот по клетке так забавно полетал. Так, я думаю, здесь у нас, в принципе, сейчас еще найдем одну душу. И... Потому что мне кажется, что еще тут место есть. Да. Свидание. Нет, тут нифига. Ну все, короче, можно выходить отсюда. Да, со спокойной душой. Я думаю, с правой стороны у нас нечто подобное будет. Да, тут. Я так понимаю, это часть этого замка или что? Просто как темница. Хотя хрен его знает. Неважно. Продолжай рубить. Как там в песне поется, не думай, и все. Угу. Больше не поется никак. Ой, по-моему, сейчас что-то упадет, нет? Тихо. Не, это что это там такое было за грохот? По-моему, под нами кто-то большой ходил. Возможно, там Диабло уже там офигел. Сказал, хватит уже. У меня что-то, говорит, по-быстрому люди кончаются, да? Так, мы, по-моему, с тобой разделились, маленько. Ой, тихо-тихо, только не разваливайся. Дело в том, что у меня просто инвентарь уже забит. Так, сейчас я быренько слетаю. А, ты в городок? Да. Да, я тоже. Очень тут боюсь один. Правильно. Слишком страшно. Да, абсолютно. Так, сейчас разберем вещички. Раньше я просто деньги в него тупо вкачивал, не знаю почему. Теперь я разбираю вещички, тупо не знаю почему. Зачем мне? Потому что это прикольно. Все равно все вещи, которые у меня были хорошие, я их находил в основном. Ну да. Ой. Ну да, так оно и есть. Так, обычные вещи не разбираются никак вообще. Так, что у него еще тут можно? Да, фигня всякая. Щит у него, конечно, зачетный, да. Да, щиток, конечно, то, что надо. Так, все. Теперь нужно сложить свою ерунду сюда. А, что ты имел в виду по своей ерундой? Гусары молчать. Так. Я свою ерунду складываю, в отличие от тебя. Не втыкаю ее куда-то в непонятное. С мечом побегаем. С мечом? Скучно стало кулаками бить всех. Он, скорее всего, и будет ими бить. Просто меч в руки взял. Тут скелеты тюремщиков. Угу. Тюремщики тоже не особо хорошо себя чувствуют. Так, подожди. А как мы сюда попадем? Ну, я даже не знаю. Просто на карте тут как бы вход. Да, какой-то... Видимо, мы сюда попозже попадем, когда освободим души. Может быть. Так, ладно, я к тебе пошел. А то что тут народ ругается. А что тут у нас? Ух ты, красота. Прикольное освещение. На храм. Набрызгал. На храм каких-то джедаев, похоже. Скорее ситов. Ситы или ситхи? Наверное, ситы, правильно. Там просто язык такой. Ну да. На конце.
Чит, наверное, правильно. О, новые враги. Воскресшие плачи. Но у них старые проблемы. Летает все так. Ой, у меня прям в экран налетел. Так, что-то давно этих кастеров не было. Да. Может, их на этой локации уже не будет, куда-то ниже там придется спускаться, мало ли. Да мне кажется, пока их не освободишь, ворота не откроются. А может быть, да. Нифига. Секира так летает. Улетела, так, ага. Глаз кому-нибудь выбить можно. Ты своей дурой кому-нибудь глаз выбьешь. Так, ладно, идет зачистка к каждому своей комнате. Спецназ. Спецназ. Он еще одну душу нашел. Трофейное кольцо. Угу. 80 опыта при убийстве. Так, по мне 5 единиц опыта. Я свободен. Так, что там ты, похоже, нашел там? Да, одну душу нашел. Сюда кто-то проник! А, не заметили, да? Да. Не справляется со своей. Ой, там кто-то опасный к нам идет. С моей стороны. Прибывайте. Вала богам. Ой, не, они сейчас могут нарезаться. Или не могут. Так, ну, в принципе, все в порядке. О! Фига! Это ты так? Да, сейчас страшно поступить одним ударом. 11 монстров убито. Так, и у них... Чё это сказать? На последний. Ну да. Один включается больной. Тут за тишки стадим, я с ним поговорю. Хорошо пошел. К дождю, видать. Ага, вон еще один. Отлично, последний как раз. Так, здрасте. Я уже бить начинал хотеть. Блин, как его начинает? Жечься, рефлекторно. Благодарю тебя, герой. Теперь мои слуги свободны. Но проклятие все еще давлеет над этим местом. Найди надзирателя в центре подземелья и положи конец его злодеяниям. Говно вопрос, пойдем. Говно ваш надзиратель. Да-да. А он, по-моему, на этой карте прям. Да, как раз самый центр. Как раз ты говорил, где там на джедайский храм похож. Живой еще, что ли? Самоубийца. Нет, чтобы сбежать. Не, он такой на месте стоит такой, задергался в сторону. Сам засомневался. Че делать, куда бежать? И умер. Ну что? Где все? Мне тупой вопрос. Придется все делать самому. Ну хорошо. Ого. Иди сюда. По-моему, он даже здоровее, чем я. Свои преступления. Тут ты не перегибай. Так, что как там у вас дела? Да он быстро дохнет. Отличный парень. Да. Ушел, отличный парень. Надзиратель. Где все? Ну, может, только проснулся, дремал человек. Что ты? Блин. Так, новый щит, отстояние предыдущего. И это печально. Что-то вообще с такой щит подобрал, ничего хорошего. Острое кольцо со знаком медведя. Сильно острое. Ну, могу дать поносить. А то у меня оба пальца уже заняты. У меня же на каждой руке по пальцу. О, плюс 5 к убийству монстров, да? Нормально, надеваем. 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 А, плюс 5 единиц опыта. Вот тогда точно надеваем. Ну что, наверное, открылся тут проход. Да, у меня тоже есть такие подозрения. Ну да. Каким-то чудесным буквально образом. Сломал. Покалечил. Так, а что спуск внизу? А как нам быть? А, ну понятно. А то я уж испугался.
Не, ну тебе-то проще, там, сиганул и все. Смотри, полез, полез, лезут. Как в этом, да. В этом самом, да. Во Властелине в первом. Лезли там добротно, конечно. Мне первый Властелин больше всего нравится. Не знаю, да. Мне наоборот меньше всех. А мне наоборот больше всех. Вот. Бля там. Ваше Величество. Ой, это как казнили жену его. Благодарю тебя, Лазарь. Твоя преданность неоценима. Особенно сейчас, когда все обратились против меня. Помочь сейчас что-то нехорошее произойдет. Моя супруга и королева, вздумавшая устроить заговор против собственного королевства. Я с той стороны посмотрю. Может, голову поймаю. Любовь моя, клянусь, я никогда не предавала тебя. О, смакота. Голову хватай, голову. Даже перед смертью она не прекратила лгать. Это у нас кто? Лазарь, советник Леолика. Он замутил, похоже, всю эту страницу, да, из гримуара Лазаря. Близится час возвращения моего истинного господина. Ну да. Этот безумец Леорик мог сопротивляться лишь потому, что владыка еще не обрел всей своей силы. Теперь, когда королева казнена за измену, я смогу полностью посвятить себя подготовке мальчика к тому, чтобы в него вселился мой повелитель. Ну, вообще, Лазарь, да, он получается Диабло. Ну, я уже, по-моему, рассказывал, когда Диабло там попытался завладеть. У меня прям в экран улетело. Разумом короля, то он не смог, и на первого советника Лазаря, короче, начал влияние свое оказывать, одурманивать. Скучно, пойдем кого-нибудь убьем. Отлично. Я попытался немного сюжета привнести, но понял, это банально. А, мы опять в зал агонии попали на третий уровень. Это как? Очень хорошо. Найти зал страдания в залах агонии звучит. Короче говоря, Леорик обезумел, и ему нашептал этот Лазарь. Да. Он убил свою жену. Напоминает из второго «Сильный колец», там же был этот... Как его? Король. Такой одурманенный. Ему там нашептывал один. Вот. Сарумян. Его фамилия. Ого. Темный адский ящик. Хорошо. Вот на этих получше действует, кстати говоря. Мой... сейсмический удар. Трофейные сыромятные перчатки. Вот ты. Хорошо. Нет, так все. Так, ладно. Это человек. Не знаю, это страшно. Наверное. Ты что, живой, что ли? О, блин, прикольно, все подвязало огонь, и они шикарные. Так и хочется обжечься прям тут. Получилось. Так, ладно. Все хорошо. Что ты там делаешь? Не, я просто посмотрел, он действительно... не машет. Просто его таскает с собой. Я хотел выманить, ну ладно. Ага. Выманил. Ух. Зачем? Зачем так жестоко? Не выдержал. Так, тут у нас огромная доменная печь. Мордовская домна. Офигенная, да. Смотришь, я нашел. Обожаю. У меня тоже есть, блин, один золотой. Я не могу его ставить. Так, а куда мы пойдем? Ну, не знаю, я за тобой бегу, а ты за мной. Ладно, так что... тогда идем вышибать двери. То у нас лучше всего получается. Горите, горите. Ну, они не действуют. Смотри. Ну, собственно...
Да, он почти не обжигает даже. Тем более можно себя вот так делать. Ну, ты не умеешь. Это была попытка подколоть. Я становлюсь сильнее. Заработал много экспириенса и получил его. Вот это многим не нравится, то, что пишут, ну, после... Сейчас убьем их. Тут грохот стоит. Короче говоря, что после поднятия уровня пишет, допустим, ловкость повышена на 1, интеллект повышен на 1, сила на 3, то есть не дает выбирать. Кого-то кто-то у воина, кого-то кто-то интеллект качал. Ну да. Так, ну что, давай тогда на этом сделаем паузу. Давай. В следующей серии. В следующей серии найдем зал страдания в залах агонии. Ну, короче говоря, это будет в следующей серии, и там... А кого мы тут ищем-то вообще? Честно. Неважно, не заморачивайся. Короче говоря, увидимся завтра. С вами были Артур и Артём. Всем пока. Да, пока-пока-пока.